Леш, первый вопрос. Что с носом? Да ничего, рабочая обстановка, мячом попали и все. Все нормально. Расскажи, пожалуйста, об этой победе. Почему так долго не могли забить? Потому что команда сопротивлялась и не хотела, чтобы мы забивали. Первый тайм получился тяжелым. Нас прессинговали, жестко играли, то есть было тяжело. Но самым главным было выдержать этот натиск. И во втором, и мы понимали, что на второй тайм у них, понятно, силы уже были, было поменьше, и уже не такой бы прессинг был с их стороны. Поэтому мы просто дотерпели все вместе. И во втором тайме, плюс еще и удаление, дожали команду. Принципиально было выйти из группы с первого места? Само собой, всегда играем на победу, и всегда хочется максимума.